Всем добрый день. Улица Черепанова, район Москва. Вот такие вот провода, столбы. И вот вы видите, один столб уже скоро упадет. Сколько вот прохожу по этому месту, до сих пор никаких изменений нету. Не знаю, это энергосеть отвечает или Казахтелеком. Столбы вот в таком состоянии и провода практически. Смотрите, близко. Вот смотрите, этот столб в каком состоянии. Обратите внимание, уважаемые ЖКХ. Этот столб скоро упадет. Он держится на соплях за счет кабелей вот этих.